когда в очередной раз, проснувшись в холодном поту среди ночи, ты вдруг понимаешь, что страх контролирует твои поступки, сознание и жизнь. В списке своих кошмарных снов ты выбираешь самые жуткие из них и заставляешь себя спокойно, уверенно, с легким сердцем, преисполненной решимости и почтения, встать, пойти и заглянуть в его бездушные глаза.